Добро пожаловать на канал Тактика Победы, с вами по-прежнему Макс и игра Total War. Продолжаем играть за французов, за этих лягушатников. Так, ну что? Где-то я тут хотел чего-то сделать, ага. Напали, ладно. Ход мы должны пропустить. Так, это у меня губернатор, поэтому развиваем ему налоговую ставку. Так, и что-нибудь добавить. Доспехи для портовых городов. Небоевые потери. Стратег, удачный этот, щитоносец. Стоимость навыка. Да нет, нету, нечего ему предложить. Подчинен армия. Тренировочная мишень. Так, общественный порядок. Это от военного присутствия. Это провинция. Ну, нет. Ладно. Конец хода. Ой, как долго этот гад пытался что-то сделать в моей армии. И сделал, судя по поднявшемуся рангу. Вот урод. You fear us. It is in your eyes. Объявляют нам войну вильцы. У меня прям по правой стороне, то есть полностью западная, восточная сторона моих территорий, практически все против меня. Вот эта территория против меня, вот эти две. Сейчас, если Богемия и Бавария, это вообще будет атас. Очень жаль. Ну, этого я ждал, в принципе. Здесь толком-то и сделать нечего, да? У меня есть отряд лучников и копейщики. Конница здесь есть. Даже три конницы. Максимум поднять потери до 100 человек могу. Ха, если буду сидеть в обороне. Так, посмотрим карту. Так, ну, в принципе, здесь проходы, если закрыть, он все равно, скорее всего, с одной стороны пойдет. Угу. Да нет, вряд ли я тут смогу что-либо такое грандиозное предпринять, чтобы защитить свою провинцию. Но можно, в принципе, попробовать. Давайте попробуем. Защиту полностью обеспечить, конечно, не смогу, но, по крайней мере, нанести какой-то урон, чтобы, придя сюда войсками, он не до конца успел восстановиться. Это уже будет гораздо большой плюс. Так, ну, будем выставлять баррикады. Так, откуда идет враг? Замечательно. Только отсюда, что ли? Вроде только одну точку показывают. Наверное, из лесу вестимо будут выходить. Так, если я здесь встану, то более-менее можно сражаться. Вот здесь ставим баррикаду. И если он обойдет, мне тогда конец. Потому что здесь я буду выставлять два отряда. Полностью. Постараюсь двумя отрядами здесь все перекрыть. Так.
И вот так вот, чтобы толпа была поплотнее. Сюда мы вставим лучников. Пусть отстреливаются. В случае чего, если он оттуда зайдет, мы лучников здесь выставим, чтобы в спину не ударили. И пусть истребляют лучников. Где-то так. Что, ускоряемся? Так, оставить. Ускоряемся. И ждем, когда придут наши неприятели. Так, все же стоят. Да, я всем поставил стенокопий. Хорошо. Так, вот он, неприятель идет. Пока не обходит нас, поскольку эти отряды не видно. И он, может быть, подумав, что тут только лучники, он будет думать, что с этой стороны можно будет нас взять. Так, ну чё, огонь. Вот этим товарищам. Отлично. Срубили маленечко, срубили мечников. Ну и вышка помаленьку долбит нас. Ну, в смысле их. Так, ну, кто еще? Прям хорошо, хорошо такой залп дали. Шикарный. Башня уничтожена! Не буду ставить, наверное, ни огненный снаряд, ни... Хотя, давайте-ка огнем махнем сюда. И вот генерала бы. Было бы очень хорошо запулить. Но, увы, генерал, вон он побежал. В обход, скорее всего, чтобы вдарить в тыл. Угу. Идут, сволочь, идут. Так, давай. Мощным выстрелом. Ну и чё, долго вы там будете телиться-то? Я-то генерала вижу. Можно попробовать поставить вот так вот в спину, чтобы в случае чего прикрытие шло. Так, стенокопий. И тут стенокопий. Прекрасно. А он, гад, просто центр пошел брать, сволочь. Вот, гад, по-другому и не скажешь. Так, ну чё, стреляйте сюда. То, что я не вижу смысла выдвигать отсюда своих конных. Ну, огонь. Маленечко подкоцал, хорошо. Удалось. Конечно, сейчас там генерал захватит, но не страшно, пусть. Со всех сторон, смотрите, как взяли, а? Красиво. Красиво взяли. Так, что тут? Преимущество против конницы. Ха. Давайте попробуем. Они никак не смирятся с поражением. Они снова идут в бой. Уверены, собаки. Хотел по этим пострелять, но, увы, не получилось. Ну ладно. Пусть истребит лучников, раз так ему хочется. Все равно уже здесь... Захвачена почти точка. Да, захвачена уже. Можно так считать.
Лучники уже почти трупы. Давайте-ка сюда. Ну вот и побежали. Дураки, куда бежите? Стойте вот между ними. Забьют же, забьют. 40 человек. Нет, побежали в толпу. О, дурни. Так, эти полностью отрубились. Так, давайте их вот так поставим, чтоб в случае, если вдруг генерал решит все-таки вмазать в тыл, чтоб у него это не получилось. А лучники долбят потихонечку. Ну, гвардейцы, вперед ко мне, на копья. Такие вот гады стоят, ты понимаешь. Да знаю, что теряем преимущество, главное маленько сбить у него спесь. 93 и 100. Так, эти побежали, хорошо. Так, вы куда ломанулись? 58, 73 и 94. В принципе, нормально. Еще вот они решили вернуться. Ну, будет облом. Конница-то против копейщиков вообще никакая. Еще тем более, если бить постоянно в лоб. А тут по-другому никак. Хоть они и забрали у меня центр, это место я могу держать долго, пока совсем у меня тут все не устанут и не начнут реально помирать. Так, все, эти конкретно решили слинять. Эти уже колеблятся, это приятно. Еще бы мечники заколебались, и тогда будет просто вообще все чудесно. Это, я смотрю, долго могут стоять и ждать. Ждать и стоять. Тут 15... О, потихонечку-то их отстреливает, смотрите-ка, вышка. Ну, приятно. Хоть бы попадало, только она нифига не попадает. Обидно. Враг собирается силами. Да-да-да, мы это знаем. Колеблются, потрясены. А эти еще свеженькие. Зато вот мои очень устали, это очень плохо. Развернуть бы вот этих сюда, этих наоборот туда, чтобы отдохнули, потому что сейчас они понесут большие потери. Вот смотрите, начали вставать. Придется развернуть, и им сейчас тыл, конечно, ударит конница сразу же. Смотрите, уменьшается, все, начали. Давайте так сделаем. Не успел. Люди бросают оружие и не успел. Жаль. Чуть-чуть бы. Им тупо надо было отдохнуть. Ну, как видите, не получилось. Так, 53, 59 и 83. Все, эти сразу же. Хоть и свежие, но на них конкретно насели. Долбят. Тут можно просто тупо скорость увеличивать и ждать, когда уже тут все закончится. Ну, вроде тоже я неплохо нанес им. Все, побежали. Люди сломлены и пытаются спастись. Итого. У меня было 360. Осталось 68 бегунов. Зато я уничтожил половину почти войска моего неприятеля. Конницы практически полностью, лучники целы и вот этих вот гадов. Вот главное занять выгодную позицию. В обороне это вообще милое дело. Против тебя все бегут и пытаются нарваться на твои же копья. Вот, то есть сплошные плюсы. Было бы побольше отрядов, я бы, конечно же, тут, наверное, и выстоял спокойно. Но вот случайное поражение.
Амьен у меня забрали. Обидно. Ну ничего, заберем, отобьем. Сплошная борьба с попытками отбить восстание. Так, кстати, мне ж тут можно организовать торговлю, если я не ошибаюсь. Вот, Бавария. Торговое соглашение высокое. Выплаты. Много. 800, нормально. 1300. Пойдет. Хорошо, еще кого попросить? Давай с тобой попробуем поторговать. Отлично. Так, кто тут еще согласен будет? Вот. Высокая. И выплаты. Так, поменьше выплат. Вот. Хорошо, приняли. Есть еще какие-нибудь кандидаты? С кем я могу торговать неплохо. Так, вы. My salutations and the good wishes of our people to you and yours. Of what would you speak? Добавим. Так, низкая. Умеренная. Our coinage sits... Да ты чё? Давай еще раз. Торговая. Выплаты 300 пусть хотя бы будет. Your proposal has... Хотя бы так. А то уж обидно совсем. Без денег-то. Так, 3000 мы деньжат выручили. Здесь опять восстание у меня. Побьем их. Да фиг ты убежишь. Все, добили. Гавриков. Отлично. Так, попробовать восстановить здесь разруху. Так, вроде и так все нормально. Чего мне нравится-то? Так, ну тут плюс 2 пошло. Здесь минус 13, понятно, потому что бомбят. Не на шутку. Так, и армия моя, она здесь, да? В принципе, сюда бы дошла. Но у меня же здесь еще одна есть. Вот она. И мы ее будем продвигать. Так. Да, долго. Долго. Наверное, все-таки придется эту армию тянуть. Он опять собака сейчас опять сюда побежит. Ну, короче, как обычно все будет. Так. Что у меня здесь? Тут все хорошо. Забираем город себе. Да, оккупировать. Ослабела усталость от войны. Очень мило. Так, генерал, полководец, я думаю, стоит развивать тебя дальше. Так. Вот так. Или нет? Рвение. Рвение будет получше. Так, и рвение. Хорошо. Вперед. Тут что? Подстрекательство. Общественный порядок, конечно. И вот эту. Проповедь религии. Увеличиваем. Здесь все восстанавливаем. Хоть оно и не по нашей... Гребенки сделано. Так, это вообще кто? Ярость хаоса. Это вот отсюда откуда-то, гады. Приползли. Сюда, на Франкфурт опять идет. Ну, я тебе дам. Сейчас немножечко восстановлю силы. И конец тебе, чувак. Если сделать... Нет, не буду. Объединять. И так сойдет. Так... А вот здесь мы все-таки улучшим. Для наших войск будет хорошо. Так.
этих двигаем, эти идут. Вроде бы все прекрасно пока складывается. Ну, не очень, конечно, с этими восстаниями, но ничего не поделаешь. Только так. И вот у нас 3 города, 4, 5, 6, которые 7 необходимо нам взять. Да, заданница. То еще. Вон-то еще гады всякие тут ползают. Так, технологии у меня растут. Дальность перемещения по карте увеличится. Это хорошо. И что бы мне еще улучшить? Империи, численность войск. Плюс 1. Да, будем вот это улучшать. Мастерская осадных машин. Вот, лучники. Прекрасная, хорошая технология, да? Так, и копейщики заменяет копейщики новобранцы. Тоже. Наверное. Блин. Опыт для всех отрядов пехоты, да. Вот эти две технологии мы потом изучим после вот этой. После дальности перемещения по карте. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте, конечно же, лайк. И пока.